Короче, сзади меня идет маньяк. Он глухой. Я не знаю, что он хочет от меня. Всем привет. Привет, короче. Привет украинцам. Привет, Далгополс, город Рига. Я, короче, с Андреем еду в центр Ригу. Покажу Андрею Ригу, короче, чё как, потому что он практически не видел Ригу, да? Точно. Что ожидаешь от этой поездки? Не знаю, посмотрим. Короче, посмотрим. Что еще вам сказать? Ну, короче, все. Короче, поехали. Андрей, ну как тебе эта электричка? Самая обыкновенная. Обыкновенная? А как ты до этого, ну, вообще представлял эту электричку? Пешком ходил. Пешком? А что вообще ожидаешь от Риги, ну, когда увидишь? Я же сказал, посмотрим. Ясно. Ничего не могу сказать наперед. Ясно. А что ты ел на завтрак? И все, да? Да. А вот в этой электричке с кем ты бы хотел бы ехать? Ну вот, кого хотел бы взять из Украины? Вот там друзей, знакомых, может. Какие люди хотят? Ну, чтобы с тобой сейчас бы рядом оказались. Mm. Или таких людей нету в этот момент? Не знаю. Сложно сказать. Сложный вопрос. Пока еще едем в Ригу. В принципе, я неплохо знаю Ригу. Есть старая Рига, есть другая часть Риги. В общем, если я даже пропаду в Риге, ну, особо заблудиться не смогу. Поэтому скоро приеду с Андреем, куплю карту. Ну, мы с ним не потеряемся. Я покажу, куда выбраться, ну, на тот правильный перрон. Вот. Андрей, а почему ты держишь мой кофе? Потому что ты мне его дал. Да, правильно. Слушай, а что ты думаешь про iPhone 7 и iPhone 8, который выйдет скоро? Не, плевать. А, тебе плевать. Тебе все равно на iPhone, да? У меня нет денег ни на iPhone 5, ни на iPhone 6. Поэтому все равно. Если у меня будет iPhone 8, то я первый получу этот iPhone 8. Вы его не сразу так не получите. Вот. Мне просто разработают телефон специально для меня, я его буду тестировать. Но прежде чем я начну его тестировать, я сначала его скину с 5-го этажа, а потом еще кувалду проверю. Ну просто, надо протестировать. Вот. Потом мы узнаем, насколько хороший iPhone 8. Андрей, какой тебе город на Украине больше всего понравился? Ну, в котором ты был? Мой родной город. Мой родной. А в Киеве был? Был. Ну и как там в Киеве? Как и все остальные города. А если я бы там оказался, куда бы ты мне порекомендовал бы, ну, сходить в первую очередь? Не знаю, в метро покататься. А если у меня был бы, ну не знаю, там 10 тысяч евро, куда бы мне их потратить в Киеве? Мне бы мог отдать. Тебе? Я бы, да. И куда ты пошел бы в Киеве, их тратить в казино? Киевская. Ясно. Со своего района, короче, я не люблю ездить на автобусах. Как-то, не знаю, раздражает меня. А вот на электричках мне очень нравится. Ну, не знаю, как-то в этом я нахожу как-то свое удовольствие. Вот. Андрей, в каких городах ты еще хотел побывать бы, в которых еще не был? Не знаю. Амстердам. Амстердам, да? А вот Швеция. Ну это не город. Страна. Да. Ну, в стране хотел бы эти побывать? Да, почему нет? А Германия? Да, конечно.
А в какой стране ты бы хотел бы поработать пару лет или в городе? Не знаю. Пока здесь работаю, дальше будем видеть. Слушай, вот такой есть интересный вопрос. Но он не заманчивый, но он связан с твоей родиной. Вот если на Украине все будет хорошо при Евросоюзе, в каком городе Украины ты хотел бы работать и хорошие деньги зарабатывать бы? Есть такой город? Нет. Не, ну, во всей Украине нет такого города. Нет. Там негде работать. Здравствуйте. Андрей, насколько сейчас тебе нравится твоя работа? Мне кажется, что это мое призвание. А вот зарплата насколько? Устраивает тебя? Абсолютно. А что больше всего нравится на твоей работе? Что еще раз? Ну, что тебе больше всего нравится на твоей работе? Не знаю, ходить в каске. Обожаю. А вот то, что с морем связано, ну, там, якорь увидеть. Якорь я могу увидеть и на картинке, а в каске я не могу походить. А планируешь делать татуировку на плече якорь и написать морской флот? Мне кажется, это глупо. Глупо, да? А так, много с кем уже познакомился тут в Латвии? Ну, именно на работе. Да, конечно. Ну и как тебе вообще люди? Не знаю, немного странные. А вот по поводу менталитета что скажешь? Такой же, как и в любой другой стране СНГ. Или даже хуже. Как менталитет Советского Союза, я бы так сказал. И это вот очень огорчает. Вроде как европейская страна, а мышление все те же. Андрей, а что сейчас тебе больше всего нравится в стендапе? Юмор. А где этого не смотрят стендап, мне кажется. А ты смотрел стендап Ларина «Домик на деревьях»? Есть такой знаменитый стендап, да. Но он скучный. Скучный стендап? Ну, тонкий юмор. Никто юмор не понимает Ларина. Как Ларин работает над собой, мне кажется, рано или поздно у него получится писать шутки, и тогда все будет нормально. А ты Ларина считаешь самым умным человеком, который входит в 5% самых умных людей на планете? Да, мне кажется, что нет. Рига. Короче, я уже с Андреем вернулся в центр города. Как тебе, Рига? Замечательно. Короче, все замечательно. Андрею я хочу показать статую свободы. Ну, вы, короче, поняли, что за тема. Ну, там, короче, женщина и держит три звезды. Хочу показать сердце города Риги. Вот, и это Рига. Ваши комментарии, Андрей? Без комментариев. Без комментариев. Слушай, а у вас так же в Украине выглядит, как Рига? Да, чувак, завязывай. Город Рига, как же описать этот город? Город богатых. Это не Даугавпилс, это не деревня вам. Но не Украина, это Европа. Еще можно сказать? Короче, здесь живет элита, все богатые, и все очень дорого, поэтому без денег здесь делать нечего, только если можно быть как этот турист, короче. Также в Риге хватает туристов, там всякие африканцы, негры, португальцы, эстонцы и другие люди других национальностей, короче. Вот. В этом блоге на данный момент все коротко видите. Но если вы меня услышали, значит, это уже в самом сердце города Риги. Потому что я увидел эту бабу с тремя
Свободная Латвия, ну типа центр города. В общем, мы уже в центре. И вот мы около статуи Свободы. Андрей, ну как тебе статуя Свободы? Замечательно, чувак. Это лучший памятник, который я видел за всю свою жизнь. Ну, за этими дверьми я не знаю, что находится. Может быть, латвийская звезда? Дальше вроде как все без комментариев. Пишу, что просто пишите под этим видео комментарии. Что Андрей скажешь? Все круто, чувак. Все круто, короче. Темземей и он бривибай. Это означает. Первое слово, я не знаю, как переводится. Темземей, а бривиба. Это свобода. Ну, можно сказать темземей, если откинуть тев, то получится земей, земле и свободе. У меня в руках карта Старой Риги. Так, по карте нам нужно попасть с Андреем вот в это место, Петер Базница. Поехали, короче, чуваки, в Петер Базница. Андрей, как у тебя настроение? Все круто. Короче, Андрей, все круто. На данный момент я с Андреем уже нахожусь в Старой Риге. И по намеченной цели, по карте, что я вам говорил на видео, мы уже попадаем туда, куда нам нужно. Ну, естественно, с карты мне уже стало легче ориентироваться вообще по Риге. Что скажешь, Андрей? Не спрашивай меня больше, что я буду сказать ему. Круто все? Да. Короче, у Андрея все круто, круто, круто. Ну, много впечатлений просто, да? Ну, для меня это уже не новое впечатление, потому что я уже Старой Риге. Вот. Но какие-то эмоции есть. Ну, например, туристов посмотреть и так далее. Это все то же самое место. И мне очень ужасно нравятся эти вот такие архитектурные ворота, которые сделаны из металла. Вообще, мне в Риге нравится старая архитектура, если не говорил это в прошлых блогах. Я нахожусь рядом около Святого Петра Базница. Очень красивая архитектура. Итак, я с Андреем потихоньку заканчиваю это путешествие по Старой Риге, вообще по Риге, потому что Андрею уже нужно сделать покушать у гостиницы, да? Вот, поэтому он немножко уже устал, много впечатлений, все очень круто. Теперь он имеет представление, что такое Рига визуально. Вот, поэтому
когда захочешь, тогда ну сюда приедешь просто погулять, короче. А я так планирую, ну, практически каждые выходные выезжать не только на Старую Ригу, и просто по Риге погулять, что-то посмотреть. И просто изучать этот город, наслаждаться старинной архитектурой. Ну и, возможно, в дальнейшем снимать блоги отдельно про Ригу. Стою с Андреем, жду электричку, но она будет еще не скоро. Что-то надо делать, короче, пока ждем. Просто стоим, ждем. Сверху падает непонятный град. Идут три девчонки. Это город Рига. Этот день можно описать немного неожиданный для Андрея. Для меня это немножко просто прикольный день. Вот, что еще можно сказать. Настроение у меня хорошее. Как у тебя, Андрей, настроение? Лучше всех, короче. Ты готовить хочешь? Ну, надо ждать электричку. Какой наш план действия дальше? Постоим здесь, куда дальше? Не плевать. Короче, что-то делать, но пока здесь стоим, ждем электричку. Мы все до сих пор ждем электричку, но уже мало осталось ее ждать. Скоро поедем в гостиницу. Андрей, как ты себя чувствуешь? Я снимаю. Да. Он сказал, что ты его больше не снимать. Да что, в этот момент говорить? Не плевать. Настроение у меня нормальное, все до сих пор ждем электричку, я уже немножко подустал, уже ноги отваливаются, но осталось совсем немножко дождаться электричку, я окажусь в гостиницу и, скорее всего, там закончу этот блок. Наконец-то наша долгожданная электричка приехала. На этом блоке я закончу практически. Андрей, что-нибудь скажешь? Без комментариев. Ну, все было круто, да? Все было круто, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.